собой детей веду. А как только поверну, всех сейчас переловлю. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Праздник под таким названием прошел в администрации железнодорожного района для детей участников СВО. Наталья привела сюда 8-летнюю дочку Веру. Всего у женщины 3 детей, но старшей дочке новогодние елки уже не интересны, а младшая до них еще не доросла. Наталья говорит, приглашение на елку стало приятной неожиданностью, хотя с администрацией района находятся в тесном контакте и чувствуют поддержку. От администрации, конечно, помощь большая оказывается, как бы и курируют нас очень хорошо, интересуются нашими проблемами, делами, также стараются их решать, эти дела наши. Очень благодарна, конечно, я очень администрации. В преддверии Нового года, конечно же, всех хочется поздравить с наступающим этим Новым годом. Хочется пожелать, чтобы весь негатив и все то, что плохое было в этом году, здесь и осталось. А в Новый год перешло все самое светлое, самое доброе, конечно же, крепкого здоровья и мирного неба над головой всем нам. На празднике повеселились все. Не только дети, но и их мамы, бабушки и дедушки. Участников новогоднего представления ждали танцы, песни, интерактивные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. И, конечно, сладкие подарки. Но главное, признаются они, ощутить заботу и поддержку. Андрей Бессонов, Виктория Шаря, Григорий Плешаков. События.